Всем привет. Привезли вот такую штучку. Вот, это для глушителя. Вот буду ее устанавливать туда. Интересно, какой от нее будет звук. То есть, типа, она как работает... Как турбина. Так, для прикола попробую. Что это за штучка такая? Ну что, приведемся к демонтажу, монтажу. Так, здесь вот еще установка. Здесь, наверное, настройка громкости или звука определенной частоты. Сейчас буду уж подбирать. Нет, это просто оказалось крепление его, чтобы он не вылетел во время поездки. Ну, как-то так. Установил. Ну, как-то так. Посмотрим, как он будет звучать. Слушайте, завел. Давайте послушаем звук. Ладно, попробуем сейчас на скорость. Интересно, будет ли? Чуть свистело что-то такое. Короче, бесполезная фигня такая. Надо крутить мотор до 4 оборотов, чтобы, если поменьше включить, чтобы он диаметр такой же был, чуть-чуть больше, возможно, будет какой-то звук. У меня она широкая, поэтому ничего не получается. Нихуя не понял. Ну, очень интересно.